проведение торжественной церемонии открытия чемпионата и первенства Уральского федерального округа по боксу приглашаются глава города Нового Уренгоя Краснокристов Иван Иванович, мастер спорта международного класса, директор автономной некоммерческой организации Федерации бокса России в Уральском федеральном округе Дягилев Дмитрий Александрович, единственный советский боксер своего олимпийского золота 1980 года, заслуженный мастер спорта СССР, многократный победитель всероссийских международных соревнований по боксу Сафиров Шамиль Алтаевич. Свободное приветствие предоставляется Ивану Ивановичу Костогризу. Добрый день, уважаемые друзья, добрый день, уважаемые гости нашего города, уренгойцы. Прежде всего хочу поблагодарить организаторов сегодняшнего чемпионата и первенства за то право, которое сегодня предоставлено нашему городу провести чемпионат и первенство по боксу среди женщин, юниоров, девушек и девчонок. Это соревнования впервые проходят на Ямале, впервые проходят в городе Новый Уренгой. И мы, конечно же, уверены, что они пройдут здесь очень так вот наполненные мастерством среди спортсменок. Будет очень внимательные наши зрители, болельщики. И, конечно же, уверены, что будет честное и бескомпромиссное судейство. Я хочу искренне сегодня поблагодарить всех спортсменов, поблагодарить тренерский состав, судейскую коллегию, всех организаторов за то, что сегодня этот чемпионат и первенство проходит здесь, на Ямале. Уверен, что благодаря этим соревнованиям мы стали свидетелями увеличения количества занимающихся боксом и именно в городе Новый Уренгой, и в целом на Ямале, и в регионе Уральского федерального округа. Это будет стимулом дальнейшего развития спорта, дальнейшего развития этого замечательного вида спорта у нас на Ямале. Хочу пожелать нашим спортсменкам, конечно же, продемонстрировать мастерство, дальнейшее совершенствование своего мастерства, бескомпромиссной борьбы и, конечно же, победить еще раз победу. Всем огромное спасибо, всех поздравляю с праздником спорта. Спасибо. Слово предоставляется тренеру Дмитрию Александровичу. Добрый день, уважаемые спортсмены, зрители, судьи. От лица дирекции Федерации бокса России в Уральском федеральном округе поздравляю вас с открытием чемпионата Уральского федерального округа среди девочек, девушек и женщин. Данное спортивное соревнование послужило отбором, и мы выявим сильнейшее для дальнейшего участия в первенствах и чемпионатах России в своих возрастных клубах. Отдельно хочу сказать спасибо проводящей организации мэра города Ивановича, Федерации бокса Ямал Ненецкого автономного округа Кришна Акбарвасовича. Ну и думаю, что в таком зале, в таком замечательном спортсооружении на 21 год можно будет замахнуться и на чемпионат России среди женщин. Тем более, что есть свои достойные воспитанники, которые претендуют на самые высокие медали слова. Ну и в заключение хотел сказать, девушки, вам всех побед, достойных поединков, зрителям, ярких и зрелищных боев, насладиться красотой женского бокса и пусть другие сильнейшие. Всем спасибо. Вас приветствует Шамиль Алтаевич Сафиров. Добрый день. Я хочу всех поприветствовать и спортсменов, и тренеров, и судей. Я сам начал заниматься боксом в Черноморской области, то есть от Красурава. И мы в 2004 году, такой боксовый туда единичка, мы имеем один из партнеров учащихся. Я займу второе место, он займу третье место. Так что для меня этот округ является тоже родным, я за него переживаю. Такие боксеров, я хочу пожелать всем успехов и надеюсь, что появятся новые внимание! Равнение на флаг государственной